Дорогие ветераны, дорогие ленинградцы, петербуржцы, я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником, с днем нашей ленинградской победы. 27 января 1944 года. Эта дата навсегда большими яркими буквами вписана в историю нашего с вами славного, любимого, самого красивого в мире города Ленинграда-Петербурга. Эта дата ознаменовала собой величайший подвиг ленинградцев, людей, которые 900 дней боролись со злым, коварным, беспощадным врагом и выстояли в неравной битве, и победили. Не просто победили, а доказали всему миру, что россиянин, ленинградец, человек, сделанный из необычайного материала, который крепче стали, крепче алмаза. Он соткан из любви к родине, к преданности своему делу, преданности своей стране и уверенности в том, что его дело право. И всегда победа и правда будет на его стороне. Именно поэтому наш город выстоял и победил. Вы знаете, мы сегодня переживаем сложное время. Да, в принципе, всегда времена для нашей страны были не самые легкие. Всегда кто-то хотел нас научить жить по-своему. Не так, как мы хотим и как нам нравится. И, к сожалению, бывают люди, это меня всегда удивляет, потомки тех, кто кровью заплатил за нашу с вами свободу, позволяют себе, некоторые потомки, позволяют себе сомневаться, а нужно ли было вообще стоять насмерть у стен Ленинграда? А нужно ли было вообще воевать, может быть, сдаться на милость коварному и беспощадному врагу? Этим людям мне хочется сказать: вы, Иван, не ведающий родства, как вам не стыдно? Вспомните о своих предках. Думая о вас, они проливали свою кровь на фронтах Великой Отечественной войны. Они замерзали и умирали в голодном и холодном Ленинграде. Ради того, чтобы вы и другие поколения жили в великой, свободной, доброй стране и в самом прекрасном городе мира, Ленинграде, Санкт-Петербурге. А потом я думаю, ну это мелочь, это пыль, это какие-то жалкие единицы. Потому что наш народ состоит из тех, кто по-настоящему любит свою родину, кто знает, ради чего он живет, знает цель, к которой мы идем, и всегда ради этого будет стоять крепко и уверенно на своих ногах и давать отпор любому врагу. И очень здорово, что сегодня здесь, в этом зале, и в нашем городе до сих пор живет огромное количество по-настоящему носителей гена победителя, блокадники, участники Великой Отечественной войны. Я принадлежу к одному из первых послевоенных поколений. И я горд тем, что я являюсь продолжателем дела моих отцов и дедов, моей мамы, блокадницы. Тех моих родственников, которых я никогда не видел, потому что они погибли во время Второй мировой войны в Великой Отечественной. Я уверен в том, что мой сын и мои внуки, так же, как и ваши дети, ваши внуки, будут продолжать это великое дело. И у меня нет никаких сомнений в том, что наше дело всегда будет правым, и мы всегда будем побеждать. Хотелось бы, конечно, чтобы побеждали в мирном времени, в мирном соревновании. Поэтому я хочу от всей души, во-первых, сказать вам огромное спасибо, дорогие ветераны,
за ваш великий подвиг. Во-вторых, пожелать вам крепкого здоровья и пообещать вам, что мы будем стараться продолжать ваши традиции, и мы вас не подведем. Счастья вам и мирного неба над головой.